Июль, макушка лета, говорят в народе. Сенокос уже кончился, а уборка зерновых у дверей стоит. Время летних отпусков. Если будете в Мордовии, в Краснослободском районе, поезжайте по дороге на Старое Шайгово. Есть там кафе «Сосновый бор». Подадут вам мордовские национальные блюда, прохладные напитки, изготовленные по старинным рецептам. Зайдите, не пожалеете. Дальше приведет нас дорога в сосновый лес. А он ведь всегда хорош, наш зеленый, верный друг. И в июле, в середине лета, и зимой, в декабрьский солнцеворот. Но чтоб давал нам лес прохладу и чудесный воздух, одаривал грибами и ягодами, да пением лесных птиц, для всего этого должны мы, в свою очередь, отдавать ему бескорыстную нашу дружбу и заботу.